В Киеве подорожает проезд в маршрутках. Об этом одному из украинских СМИ сообщили сами перевозчики. По их словам, цены поднимут из-за подорожания топлива и цен на запчасти. Часть перевозчиков уже повысили стоимость проезда на 1-2 гривни. Ну а часть обещает сделать это вскоре. Теперь, в зависимости от маршрута, стоимость билета составит от 5 до 7 гривен.